Здравствуйте. Правительство не одобрило акцизные марки для пива. Обязательная маркировка приведет к удорожанию продукции, решили чиновники Минфина и отказались от такого шага, сообщает «Известия». Кроме того, сообщается, что повышение цены на пиво подтолкнет покупателей к потреблению крепкого алкоголя. Соответствующее письмо Министерства финансов направлено в Госдуму. Само введение маркировки названо избыточным администрированием. Также в письме указано, как может произойти процесс повышения стоимости пива. Производители пивоваренной продукции начнут тратиться на приобретение автоматов для нанесения маркировки на продукцию, необходимых программ. Также произойдет изменение бизнес-процессов. Все это приведет к росту себестоимости производства и, как следствие, повышение конечной цены для потребителя. В России запущен новый грузовой железнодорожный маршрут из Китая. Грузовые поезда с изделиями химической промышленности пойдут из северо-западной китайской провинции Цинхай через Казахстан, а конечным пунктом назначения станет Пермь, сообщает агентство Синьхуа. Грузы по новому маршруту должны доставляться в течение 10 дней, что на 30 суток быстрее, чем по морю. Общая протяженность пути составит 6300 километров. Китайские власти ожидают, что новый железнодорожный маршрут повысит конкурентоспособность китайских товаров. Торговая сеть «Семья» планирует расширить количество розничных магазинов до конца этого года до 100. Уже в первом полугодии 2017 года ритейлер показал значительный рост. Товарооборот «Семьи» по сравнению с первым полугодием 2016 вырос на 27,3%. Это стало возможно в том числе и благодаря открытию новых супермаркетов. Только с начала года открылось 30 торговых точек в Прикамье. То есть сейчас количество магазинов «Семья» в Перми и Пермском крае выросло до 85, и останавливаться на этом в руководстве не собираются. Мы планируем открыть еще 10-15 новых магазинов. Часть площадок на сегодняшний день уже подписаны, согласованы. По части мы продолжаем искать объекты, в том числе рассматриваем возможности приобретения объектов, на которых на сегодняшний день действуют магазины под брендом «Вивар». До конца этого года «Семья» планирует расширить количество торговых объектов до 100. Плюс к этому будет продолжена работа по повышению эффективности магазинов, а также реализованы проекты по прямому импорту в различных товарных категориях. Ввод жилья в Пермском крае уменьшился на 20%. По данным Пермстата, в январе-июле 2017 года в Прикамье сдано в эксплуатацию 4697 квартир общей площадью 324,5 тысячи квадратных метров. Этот показатель ниже на 20%, который был зафиксирован за этот же период в 2016 году. При этом ввод жилья индивидуальными застройщиками, то есть физическими лицами, наоборот, вырос. Рост составил 45%. Если говорить про среднюю стоимость строительства жилых домов, то она составила 39 505 рублей за 1 квадратный метр. Курс доллара, установленный Центробанком, на 22 августа составляет 59 рублей 14 копеек, курс евро 69 рублей 43 копейки. На этом у меня все. Удачи в делах.